А ты чего это сюда в такую стужу забрела? Я-то человек подневольный, меня сюда начальство отрядило. А тебя-то кто? Да вот мальчика послала хворост набрать, да дров нарубить. Вон как, выходит, ты сирота. Тот-то я и смотрю, амуниция-то у тебя второго срока. Видно, насквозь тебя продували. А давай-ка я сначала тебе помогу, а потом и за свое дело примусь. Вот спасибо. А у вас-то какое дело? Елочку мне нужно вырубить в лесу, чтобы и стройнее ее не было, и зеленее не было, и гуще не было. А для кого ж такая елочка? Ну как для кого? Для самой королевы. Завтра во дворце полно народу будет. Вот и надо нам всех удивить, под елку подарки положить, там куклы разные. Да неужто королева в куклы играет? Ну а чего же не играть-то? Она хоть и королева, а не старше тебя. Так я тогда уже в куклы не играю. Ну, тебе, видать, некогда. А у нее это время полно. На ней-то ведь никакого начальства нету. А как померли ее родители, король с королевой, так и осталась она полной хозяйкой и себе, и другим. Так значит, и королева у нас сирота. Ну, выходишь, что сирота. Жалко ее. Ну, а как не жаль? Некому поучить ее уму-разуму. Ну, твое дело сделано, хворосту на неделю хватит. Теперь мне пора за мое дело браться, елку искать, а то попадет ты от нашей сироты, она вас шутить не любит. Вот и мальчик у меня сестрицы такие же. А постойте-ка, отдайте-ка я вам одну елочку покажу. Уж краше ее нет во всем лесу. Веточка, веточку, пойдемте со мной. Ну покажи, ты, видать, в лесу своя. Ну пойдем, пойдем, вот покажи. Там. Ох, красавица! Ну вот, брат Январь, принимай хозяйство. Ну что ж, как будто бы все у меня в порядке. Снегу нынче довольно, березкам по пояс, соснам по колено. Теперь и морозцу разгуляться можно, беды уж не будет. Мы свое время за тучами прожили, а бы солнышком побаловаться не грех. Спасибо, брат Декабрь. Вижу, ты славно поработал. А что, лед на реках да озерах крепко стал? Ничего, ничего, держится. Да не мешало бы еще подморозить, брат Январь. Подморозим, подморозим. За нами дело не станет. Не спеши. Не спеши, брат Январь, люди еще не ушли из леса. Да уж скоро уйдут, вон елочку срубят и выйдут. Подождем. Подождем. Вот елочка, как елочка, прям как у искал. Да? Маленькая, хорошенькая, пушистая. О, вот сейчас, сейчас елку на санки положим, да и в путь дорогу тронемся. Хорошо. А ну-ка, дочка, помогай-ка мне. Пойдем. Сейчас мы ее вот так вот. Раз, ну-ка. Вот такая вот. О, готово. Теперь пора по дорогу собираться. Я вперед пойду, а ты по моим следам. Так и тебе легче будет. Ну, поехали. Поехали. Ты чего? Гляньте, вон там за соснами два старика в белых шубах стоят. Где? Какие старики? Да нет тут никого. Это ж сосны! Померешила себе, а ну-ка песню запевай. В рощи моей пел соловей, спать не давал он до тещи моей. Ушли? Ну что ж, вроде бы ушли. Да вон уж они где с горки спускаются. Ну, брат Декабрь, видно, это последние твои гости. Уж больше гостей в нынешнем году в лесу у тебя не будет. Давай, созывай братьев месяцев.
новогодний костер разводить, смолы курить, мед на весь год варить. А кто дров припасет зимние месяцы, огоньков принесет весенние месяцы. Все 12 месяцев. Давай, брат Декабрь, запри лес на ночь, да чтоб ни входу, ни выходу не было. Запру, брат Январь, запру! Писать, всегда писать мне это.
обязан подписать. И здесь извольте подписать одно или полслова. Нам что, казнить и миловать? Решение готово. Подождите! Ваше Величество! Что подождите? Ваше Величество! Вот нечего сказать короче! Вы только что, не думая, решили судьбу человека! Ну и что? Как что? Так нельзя, Ваше Величество! Можно! Ведь вы же королева! Вот именно! Мне все можно! Вам писать не захотелось, вам все скучно показалось, а от этого представьте, чья-то жизнь оборвалась. Ведь нельзя быть королевой и не думать о примерах, как судить и править очень мудро нужно королям. Не хочу все время думать и все время с вами спорить, ведь научите, мудрите, не даете мне играть. А ведь я же королева, захочу и вас я тоже. Прикажу казнить и мигом вас придворные казнят. Как вам угодно, Ваше Величество. Клянусь жизнью, больше никогда не буду с вами спорить. А, клянетесь жизнью? Клянусь жизнью. Ну, хорошо. Тогда давайте продолжим урок. Что? Ну, спросите меня что-нибудь. Хорошо. Хорошо, Ваше Величество. Ваше Величество. Да. А сколько будет дважды два? Один. Абсолютно верно, Ваше Величество. Ага. А сколько будет пятью пять этого? Три. Совершенно правильно, Ваше Величество. Да. Ну хорошо, а сколько будет? Сколько, да сколько? Ага. Ну что вы все спрашиваете и спрашиваете? Прямо какой-то надоедливый. Лучше бы взяли и рассказали бы нам что-нибудь интересное. Интересненькая, Ваше Величество. А в каком роде? Ну, я не знаю. Что-нибудь про Новый год. Про Новый год. Сегодня же канун Нового года. Скажите нам что-нибудь про Новый год. Ваше Величество, хорошо. Год, круглый год. Состоит из 12 месяцев. Да что вы говорите? Да. Месяцы называются так. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, август. Ой, сколько? Да. И вы что, знаете их все по именам? Конечно, Ваше Величество. Какая у вас замечательная память. Благодарю вас, Ваше Величество. Да, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Ваше Величество, месяцы идут. Всегда один за другим. И вы знаете, никогда не бывало, чтобы апрель настал прежде марта, а август раньше мая. Ай, нет, я хочу, чтобы сейчас наступил апрель. Ваше Величество, это невозможно. Вы опять? Это не я вам возражаю, а законы природы. Что? Ваше Величество, и потом, каждый месяц он приносит свои подарки. Подарки? Ну, конечно, подарки. Ну, подумайте сами, Ваше Величество. Зимние месяцы, декабрь, январь, февраль. Катание на коньках, а? Новогодние елки, а? Масленичные балаганы.
начинается активное снеготаяние. Бегут ключи, кии, ножки не забывайте. А вот ключи я пришел не бегать. Вот, а в апреле на Протанниках появляются первые весенние цветочки подснежника. Вот я и хочу, чтобы сейчас был апрель. Я так люблю подснежники. Ну, правда, их никогда не видела. Но сегодня же канун Нового года, и я хочу, чтобы у нас в огороде везде какие-то мы подснежники? Везде были подснежники. Ваше величество, но наука и законы природы. Я им дам новый закон природы. Пишите. Подождите, ваше величество. Пишите. Ваше величество, так теперь я буду диктовать. Что ласточка летит, что травка зеленеет, и солнышко блестит. Да, в лесу цветет подснежник, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет. Ручьи бегут в долину, зиме пришел конец. Катание! Ваше величество! Так! Немедленно ко мне канцлера! Я здесь, ваше величество! Вызывали? Вызывала. Вот! Ставьте печать. Сюда. Так. И сюда. Так. А вы позволите? Простите, ваше величество. Да. Ну, вот к этому печать. Воля ваша! Да-да, воля моя, а вы обязаны ее исполнить. Слушаюсь, ваше величество. И позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали о моем указе. О, конечно, ваше величество, все будет исполнено. Да. Ну что, профессор, я выиграл. Thank you.
помешаю вашей беседе. Позвольте мне у вашего костра погреться. Как рад, я позволю? Новый год, да еще и в такую метель, а? Лесу тоже отдыхать надо. Не все же его отбирать. Не по своим... И не за грибами, а за цветами. Послала меня мальчика за подснежниками. За подснежниками, братец Апрель. Твоя гостья принимает. Я бы и сама посмеялась. Да не до смеха мне. Не велела мне мальчика без подснежников домой возвращаться. А на что же, если эти зимы подснежники понадобились? Не цветы нужны, а золото. Обещала наша королева целую корзину золота тому, кто принесет целую корзину подснежников во дворец. Вот и послали меня. Ох, и твое дело, голубушка. Не время теперь для подснежников. Надо апреля месяца ждать. Я и сама знаю, дедушка. Да деваться мне некуда. Ну, спасибо вам за тепло, за привет. Если обидела чем, не гневайтесь. Постой, красавица, не спеши. Братец Эдуард, уступи мне свое время на часок. Я бы уступил, да не бывать апрелю прежде марта. Но за мной дело-то не станет. Давай лучше спросим, что скажет наш брат Февраль. Ладно, я уступлю. Ну, блин, говорит, не было. Ну, раз так, то будь по-вашему. То с ведрами у проруби, то в лесу с вязанкой дров.
Всегда такая веселая, приветливая, идет и песни поет. А вот нынче что-то приуныло. И мы летние месяцы ее не хуже знаем. Да как же не знать? Еще и солнце не встанет, она уже в грядке трудится. Да, хорошая девушка, лучше хозяйки не найти. Ну, коли она всем вам понравилась, подарю ей на память колечко. Ну что ж, дари, тело твое молодое. Уже полную корзинку набрала, ну и ловкая же ты. Да ведь их там видимо-невидимо. Спасибо вам, братья месяцы. Если бы не вы, не видать мне там весеннего солнышка и этих подснежников. Сколько не проживу на земле, а никогда вашего добра не забуду. А чтобы и вправду не забыла, подарю я тебе на память колечко. Случится у тебя беда или горе, брось его в снежный сугроб, в воду или на землю и скажи. Тихо-тихо-тихо-тихо, на весенние крылечко, в летние сени, дерево на осени, да по зимнему ковру, к новогоднему костру, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Запомнила? Запомнила. Я с ним ни за что не расстанусь. А теперь меня послушай, девица. Довелось тебе в этот Новый год встречать все 12 месяцев разом. Дороги к нам никому не указывай. Умру, а никому ничего не скажу. Вот и молодец. А теперь пора тебе домой возвращаться, пока мы стужу свою на волю не выпустили. Спасибо вам, братья месяцы, прощайте! Прощай! Сердцем дорога! Ну что ж, брат Едварь, пора тебе брать в руки посох. Да и то! Пока она спит. Какое колечко! Так и блестит!
убивает. Ну-ка, надо и нормально. На палец не лезь. В карман положить. Доченька, ты зачем цветы-то мнешь? А вы здесь ничего не находили? А что ж нам находить, коли мы ничего не теряли? Вот скажи, что тут я, может, поможем его найти. Колечко я потеряла. Колечко? Да у тебя никогда не было колечка-то. Я его в лесу нашла. Эх, ты счастливица какая! И подснежники, это что, не колечко? Ну, прямо мастерица искать. Ну, вот и поищи. А нам во дворец пора. Доченька, а? Сейчас закутайся потеплее. Мороз ничего. Подморозила. Да. Мамочка, сестрица, отдайте мне его, зачем оно? Ты что, мама решила снять его у нас? Мы его глаза-то не видали. Постойте, постойте, мамочка, сестрица. Даже слушать не хотел. Моя мать и сестра.